Persuading these people from the police force, from military force, that there will be a place for them in the new Egypt. And it isn't just Egyptians getting trained in the art of revolution here. The part of our work now is focused back to Middle East because of the few reasons. First of all, and Tunisia, and the list will grow longer. And then at the end, we don't have an idea in how many countries the clenched fist of Otpar was used. As the signature of the revolution makers. It re-emerged in Kamara, Georgia, followed by Oborona in Russia, then in Venezuela and Iran, and most recently it was used by the opposition groups in Egypt. Представители оппозиции содержится блогер Сергей Тихановский. Также митинг прошел у СИЗО на улице Окрестина, куда после первых столкновений манифестантов силами правопорядка в начале минувшей недели свозили всех задержанных. Основная часть из них была отпущена, но те, кому успели оформить административные дела, отбывают назначенное наказание. Представитель изолятора сообщил митингующим, что заключенных по политическим мотивам лиц в изоляторе на Окрестина нет. Данную информацию подтвердило и доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова. Отмечается, что митингующие стали расходиться после того, как Ковалькова рекомендовала собраться на этом месте утром. Милиция манифестантам не препятствовала. Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Чехия. Сегодня уже с Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. Я поручил выдать эту информацию, средства массовой информации, чтобы вы увидели, чего они хотят. Они продолжают наседать, они продолжают от них требовать, выводите людей на улицу, цитата, и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти. То есть Лукашенко, находящийся во главе вертикали власти, во главе государства,
добровольно при 80% голосов должен передать им власть. Это оттуда идут команды. Пытаются управлять процессом из-за рубежа. Я про Польшу не говорю. Там уже все осели, кто должен осесть, и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину, оттуда ехали, но это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих майданутых, о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России определенный приток. Я предупреждал, Майдана не будет. Thank you.
Thank you.